Нижегородская область станет одной из первых участниц федеральной программы по реконструкции и капитальному ремонту загородных детских лагерей. Программа начнет действовать уже в 2017 году. Об этом сегодня заявила заместитель руководителя фракции «Единая Россия» в областном парламенте Ольга Щетинина во время посещения детских оздоровительных лагерей в Шатковском районе. Это по-доброму относится, с пониманием, что мы устаем, что мы после длительной тренировки, что нам тоже нужно отдохнуть. И поэтому все вожатые, они как-то, по-другому относятся к нам, как к спортсменам. Мне очень нравится тут, потому что тут чистый воздух, хорошие вожатые и много веселых игр. Мы здесь рисуем, делаем всякие плакаты для нашей команды, придумываем девиз. Мы дети Олимпа. И наш девиз – идти только в гору, не падая вниз. Наш лагерь в этом году отметил юбилей – 35 лет. И все время существования, вот эти 35 лет, наш лагерь ни на один год не закрывался. И каждый год у нас проходит по 4 смены полных. Дети у нас отдыхают из 5 районов. Это Шатковский район, Гагинский район, Ватский район, Первомайский район и город Кстово. Город Дзержинск, город Нижний Новгород, Москва. И вот в этом году у нас Коми 100-120 детей каждую смену. Количество детей, охваченных летним отдыхом, у нас каждым годом растет. И в этом году более 200 тысяч ребятишек смогли отдохнуть. В этом году в программу партии «Единая Россия» на федеральном уровне мы включили необходимость создания федеральной целевой программы по реконструкции, капитальному ремонту загородных детских лагерей. Мы планируем, что эта программа начнет действовать уже в 2017 году. Безусловно, мы будем способствовать тому, чтобы Нижегородская область одной из первых стала участником реализации этой программы. И действительно, тогда постепенно мы сможем привести наши загородные детские лагеря в то комфортное, надлежащее состояние.